чирик пизды куку. Воробушки, воробушки, ешьте хлебушек, личинки доширака, ха-ха-ха, я вас опустила, всем пока. Подожди, а какой пока, ёпта? Какая-то она реально странная, она реально агрессивная, блядь, губа, понимаешь? Личинки доширака. Личинка доширака, блядь, а? Это пиздец. Я представляю себе, да, хочешь ты, блядь, покушать, ты открываешь коробку, а там личинки доширака, блядь. Размножаются, хули. Нормально все, ребят, это Самп, вы не удивляйтесь, как обычно. Самп, меня убили в конце той серии, вы этого не видели. Это был как-то очень неожиданно, мы это не заметили. Личинка доширака с креветкой Алекса. Да ладно, нихуя себе. Какой-то Даниэль Кумов, блядь, нифига, говорит. Кумов, блядь. Кумов. Черный Кумов. Вот сюда тот бокс. Я бы выпускал такой шоколад вместо Бабаевского, блядь. Черный Кумов. Настоящий нигерский шоколад, блядь. Шоколад с черной начинкой. Я не только молочный, да? Черный шоколад с молоком, блядь. Не, черный шоколад с молоком — это уже молочный шоколад. Тут какой-то пью-пи-пай. Пью-пай сознание теряет. Пью-пай. Пай. Сука, ну скорее наливай, пью-пай, 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 давай со мной бухай, пью-пай, пью-пай, пью-пай. Пью-пай. Скорее нам наливай. Ты не пропустил, ну ладно, окей. Брейн, ТП к нам, деремся за тебя. За меня дерутся? Нет, я не хочу опять туда, там неадекваты. Да, Брейн, ТП сюда, тут за тебя подрались. Ну тебя защищают, правильно? Потому что, о, я здоров как огурец. А Фазик Мирзоев пишет, что он здоров как огурец. Здоров, как огурец, да. Меня зовут Максим Лупаев, мне 24 года. Давайте встанем за Лупаева. Где за Лупаев? Пошли к за Лупаеву. 742, подожди, стой. Он за Лупаев, 742? Да, давай 742. Я даже... Ну-ка я на радость угол... Я даже, блядь, тоже поугарать хочу немножко. Так, мы за Лупаевым... Ты за кто... Давай спросим, Алекс, крикнем, кто за Лупаевым стоит? Блядь. Давай его через Стани, погоди, Стани. Давай, давай, давай. Блядь, давай. Так. Заняли, да? Угу. А мы стоим, все, мы тоже. Че такое? Кто это? Фил, кто? Филин? Филин, блядь! Кто за Залупаевым? Где Залупаев? Давай я тоже спрошу, где Залупаев-то? Вы же доктор. Не имею права, я интерн. Интерны на тент. Что ж я, блядь, меня постоянно по-английски, да заебала эта хуйня. Ну-ка. Где Залупаев-то? Где Залупаев, ёпты? Найди Залупаева, где он? Голова, помни меня. Блин, приди, прошу, хочу тебя увидеть. Умоляю, приди. Прекрасно. Умоляю, дай мое убийство без причины. Признак дурачей. Подожди, смех без причины, убийство без причины. Что еще может быть признаком дурачины? Что еще? Что-то без причины. Донат без причины, признак чего? Клеопатра пришла. Тут Клеопатра? Пришла. Ебать, у вас тут вообще, блядь, века какие-то, блядь, средние. Ребята, а что тут же? В порядке живой очереди? Хули вы кучу-то сделали? Школьная кучка. Навалить как всегда. Как менять слить боя? Что? Что бы ты, зачем мы стоим среди них, объясни. Мы очередь заняли. Мы... Куда мы заняли очередь? Тут набежала с моей полбольницы. Мы спрашивали, где Залупкин, кто крайний. Подожди, стой, нам надо выйти. Мне не пускай. Я вышел. Куда ты вышел? Смотри, какой-то Луиджи стоит. Луиджи Бонмар... Бомбалейла, блядь, Луиджи Бонмарио, нахуй. Он и танцует, как, блядь, Бомбалей, смотри. Охуя себе, блядь, нахуй доктор на радостях танцевать начал. Смотри, что он делает. Я у него шпагат. Виталий. Ай, бля. Кто? Мирзоев. Подожди, ребят, а что у вас тут разбитые тачки? Какого хуя? Откройте этот кукурузник, невозможно работать, это уже беспредел. Алекс, нас админить надо, хули мы бегаем с тобой? Да, ну я не знаю, давай куда? Куда? Три пятерочки. Джек Флетчер, по-моему, неадекватный. Да? Не бей меня, не бей, чувак, не надо! ПТБшься скорей. Сейчас. Все. Так, отлично. Я делал РЕ, я слежу. Я не ТП-шист, я не ГОУ-ТУ, я просто Мне слежу. Кажется, он стрёмный чел. Джек Флетчер просто стоит. Отошел на 3 секунды. Ладно, давай сделаем тогда... Go next. Ой, боже. Так, 2-3, чего читер? 5-5-6. 5-5-6? Давай. Ой-ой, он улетел! Кто, Джек Флетчер 5... улетает.
Да ладно? Да, вижу. Воу, что это было? Ну-ка, тихо. Хуй его знает. Стопэ Флетчер. Он головой машет туда-сюда. Хули, блин. Алекс, бань его, ёпты. Давай я... Подожди, давай я... А у меня пропал, он вообще у меня куда-то пропал. Ты видишь? Он просто тупо летает под землей. Тупо летает, смотри. Стоп, давай я для начала вот так сделаю. А он не стоит... А, нет, все. Все, я его убил. А, нет, он живой, смотри. Чувак, я пока тебя щадю, но ты смотри, блядь. Джек Флетчер, смотри, что он творит. Угу. Смотри, он кукурузнику идет. Я написал вон ребятам, чтобы они посмотрели за Флетчером. И сразу 4 админа, но он реально летал, то есть это на видео летал, будет летал, видно. Летал, да. Все, пускай смотрит, ну чтобы он просто в курсе был, так его. Олег, приди, плюс, я тебя уважаю. Кони рэп зачитать хочешь? Давай посмотрим, 2-3-3, пошли послушаем. Давай, да, давай хоть кто-нибудь, пускай нам что-нибудь зачитает. Так, давай. Так, ты гоуту решил сделать? Да, я ему сделаю гоуту, сейчас нет, слэбать не будем. Петушок какой-то. Не петушок, а кони двинул. Кони Айленд. Блядь, я застрял. Да ебический центурион, я тоже застрял, нахуй так жить? А как мне теперь выйти-то? Подожди, а что еще раз? Блядь, ну петушок, отойди, ёпты. Хули петух застрял в текстурах? Алекс, давай я на тебя, может, ТПХ? Нет, их говорит, смотри. Что нет? А я это, а вот он говорит по телефону. А вот они, говорят, нет, а вот они. Ай, блядь, да что ж такое происходит-то, а? Подожди, сейчас я знаешь, что сделал? Нет, я вот такая хуйня сейчас была. Смотри, вот так вот. Опа! Да ёпты, можешь меня слэпнуть? Я это самое, потому что я застрял здесь. Послэпни, давай, пожалуйста. Давай, я слэпну. Давай, только я для начала на тебя переключусь. У тебя какой еще раз, напомни мне? У меня 457. 457. Угу. Значит, РЕ, и я сейчас тебя слэпну. Стоп. Давай. Один раз можно уже. О! Во! Благодарю тебя, просто великодушно. Ну, скажи ему, чтобы он отошел просто вот, вышел на дорогу. Так ко мне ТП-ши, 457, и ты упадешь на меня, давай. Точно. Точно, значит, go to. Ну-ка. О, все работает. Слава богу, работает. Нормально. Я уже побоялся, что я окажусь в колонии. Так, чувак, ну давай. Давай, зачитывай рэп. О, боже мой, я вижу телочка, Али. Что же я увидеть? Чего я пытался? Читай, Алекс, дрэпчик. Нормальная компания, веселый коллектив. Че за нахуй, блядь? Кони очень любят по городу гонять. Ищут приключения, чтоб на фотик снять. Нормально, да? Я пою. Олегу и Брейну и Алексу привет. И как пожать вам руку, не знаю нахуй я. Теперь в моем альбоме Брейн и Позитив. А ну-ка, суньте мордочки, фотообъектив. Гениально, сука, гениально, блядь. Хотя и так вы оба в штате знамениты. Знают вас бомжи. Блядь, я не успел прочитать. Это, наверное, где-то есть в чате. Нет, в чате как раз нет. Так, давай дальше. Ну и Кони тоже выгоду поймает, попадет в Ютуб. И тебе задание, милашка. Олег Брейн, передай привет от Кони дяденьки Рейн. А я думаю, дяденьки. Нормально. В следующий раз сбежали вы из Даши от меня. Сюрприз не получился, такая вот фигня. Да, мы зашли, Кони нас встретил, говорит, у меня для Алекса сюрприз. И действительно, да, мы зашли, была серия, когда был занят. Он говорит, сюрприз для тебя. Вот поэтому можешь спросить, какой сюрприз он готовил. А, так давай еще. Да, у Кони должен быть сюрприз. Кони, какой сюрприз? Ты не двинешь Кони в прямом эфире? Я намочил манту, сделал. Катилась, велики, о, мама, я в телеке. Вообще, потрясающий чел, конечно. Слэп. Как это мило, слэп, без перерыва два раза. Слэп, как это мило, слэп, без перерыва. И летит тот, кто, путник. И летит тот путник, в воздухе, как спутник. И у земля хрязь, громко мы терясь. Админский ебутний угар. Петушок знает толк в угаре, пати динсе, что ли? Читерая слежка начинается, блядь, охуенно. Не, звука рэпа, ёпты. Бля, вообще охуенно. Йоу-йоу, гангстер-шет, мазафака, рэп, йоу-йоу, гангстер-шет, я ем доширак, мазафака, рэп? Охуенно. Я напишу ему, класс. Как Жак Ширак, я ем доширак. Это заебись, блядь. Спрошу, долго сочинял? Супер рэпчик. Вообще охуенно. Слушай, будет? Мы уже прослушали. 2-3-4, спидхак, пошли посмотрим. Давай. 2-3-4, давай глянем. Че, реально спидхак? Маришка Лупаева, что ли? Да. 4 какая? Я сейчас админом напишу. 2-3-4. Угу. Давай, напиши, потому что нам-то ее как бы, ну, не подручно, конечно. Я мог бы ее забанить. Спидхак, блядь.
Слушай, а какая-то знакомая вот эта, да, вот, Марина Лупа. Может, мне кажется, но, по-моему, она уже была замечена на спидхаке. Да, или, да, или, да. Или... Но она бегает, смотри, что делает. Да, смотри, спидхак. Она пытается заработать много денег, поэтому она, видишь, как решила читерить. Так нечестно так. Надо... Да, все, ее отправили в Деморга на 300 минут. Видишь, мы помогаем хотя бы, да, так. Да, мы помогаем, мы следим, мы смотрим. Я пытался... Нет, сделать... 223 пишет, что рэп сочинил, мы не ушли. От Кони двинуло, Кони двинули, мы все послушали. Кони двинули, все послушали. Нормально, блядь. Так, подожди, стой, там я гоуту сейчас сделаю. Подожди, во, так. Ну что, он ушел, да, насколько я могу понять? Куда-то уехал, улетел или что? На ферму копы прилетели, смотри. На ферму нормально. Смотри, Алекс, подпрыгнем, умрем. Давай поиграем в такую вот эту самую. Там конкурс. Да-да-да, можно подпрыгнуть, мы так в GTA-шке делали, я помню. А я помню, да-да-да. Блядь, а как... Ладно, полетели, посмотрим, где это. Олег и Алекс, явитесь, боги мои! Боги, да. Боги угара прям, да? Боги угара. Угар начинает. Ну, полетели. Да, чаёк, хорошо. И мы летим. Мне нужен магазин одежды. Где его найти? Дан-та-дан-та-дан. Магазин одежды? Озеро надежды. Магазин одежды где-то тут, конечно... Ха-ха-ха, должен... ребят, знакомо, да? Ха-ха-ха, рнуло в голосину. Что? Она какая-то стрёмная сегодня. Мне кажется, что сервера Гугла, они умеют, знаешь, перегреваться. Вот не самый конечный момент. Поэтому такая жопа творится. Поэтому... Куда мы летим? Нахуя мы это делаем? Очень, очень хотят видеть. Вот, а, там, окей, поехали. Там что-то мутится. Мутится специально для нас. Блядь, мутки, да? Но рэпчик был у чувака охуенный. Да, рэп хороший. Рэп хороший. Еще бы, знаешь, вот так, блядь, так, наложить бы музыку. Я спел, понятно, но она бы как бы вот все это сделала, знаешь, так, чтобы клево было. Рэп хороший в стиле Максимки Доши, да? Музыку так наложить, чтобы это было, понимаешь, что это... О, о, о! О, а вот и люди. О, баги. А вот и людишки. Надо выпрыгивать, Алекс. Я в баги, пните меня. Я в баги, пните. Да. Ну вы ж... Так, а что, ребята, тут такой-то? О, нифига. Тихо. А вот и мы, кстати, смотри, у них тут реально туз какая-то. Говорит, броника нет, ау. А туза, да, я понимаю. Ну и в чем прикол-то? Ну вот мы пришли дальше. Ех, не успели. Как не успели? Да ладно, ты гонишь. Мы так прилетели, не успели. Готовим второй рэпчик. Куда мы не успели-то, объясни. На рэпчик, наверное, готовим. Смотри, готовим второй рэпчик. Когда... Давай, может быть, один рэп за серию хотя бы. Ну, просто так будет лучше, наверное. Если, да, если, ребят, если у вас что-то сегодня много рэпов, рэпов много, да ладно. Да, он говорит, смотри, как он расстроился. Он говорит, да ладно, говорит, не успели. Ну ладно, раз не успели, то не успели, мы это что? Нам как бы, мы можем отложить и на следующей серии, нам как бы смотри. Можно. Да, так, тогда чего, тогда ясно, говорит, понятно, пойду посру. Ну вот, видишь, вот как-то... Ясно, понятно, кто это такие? Это Алекс и Брин, ясно, понятно, пойду посру. Это хорошо было. Мне не нравится, тут шумно очень, а я уже глохнуть начинаю. Да, так, ну тогда чего, тогда... Давай напоследочек, мы не ТПшились давно, у нас не админские будни, а какие-то... У нас какие-то фанатские будни, знаешь... 408-го давай глянем. Давай, 408-го. У нас не админские, а какие-то реально, блядь, фанатские будни. 408. Тут, правда, очень шумно. О, чувак просто по лесу едет на такси. Даже не один. По лесу едет на такси. 643 ID DM IN ZZ около дома по ГОСУ 609. Блядь, это чем такое вообще? 643, это я не знаю, это статья уж прям какая-то. Это что было? Чистяков, Данилка, смотри, что делает. Смотри, опять вот. Алекс Брейн, тут Кони для вас рэп придумал. Ну, придумал ты замечательно. Ну, отлично, давай его на следующий, раз. Да, на следующий. Смотри, давай тут на... два Данила, тут Даник и Данил Чистяков. Два брата, что ли? Наверное. Или, может, они просто знакомы. Очень близко. Да, может, фамилия одна, да? На двоих. Близкий знакомый. Воу-воу, таксист сбил Марио. Может, они подмышки проветривают, я не знаю, но стрёмно смотрится. Ну, ждем. А, 674-й оскорбляет. По ГОСУ. Что такое ТПшиться в машины по ГОСУ срочно? Я не знаю. Давай последнего, и серию можно заканчивать. Да, я тоже так думаю. Давай. Кого из нижних? Смотри, сколько там можно выбирать. 364, давай посмотрим. Давай. Так, 3... Колман, по-моему, если я не ошибаюсь, Джон Колман уже был у нас. А он лежит. Джон Колман... Не, в жопу Джонов. Давай посмотрим. 593, давай. Давай 593, да. О, вот на этой, блядь, ферме всегда, сука, кто-то читерит, понимаешь? Это норма, да, уже. Какие-то постоянно происходят... Вау! Что это было? А ну, наблюдай. По-моему, это был спидхак, точно, смотри. Смотри, что он делает.
Он прямо тпшится из одного угла в другой угол. Это даже не спидхак, это просто, блядь, тп. О! Ты видел, что он делает? Да. Это точно. Как, какой у него? Так, 500, какой у него? 593? Да-да-да-да-да-да. И именно так оно и есть. О, и он очень читерит. Прямо очень-очень. Ребят, нахуй так жить? Зачем? Нахуй так жить, блядь. Слушай, ну он реально тпшится, это же видно прям на ролике все. Ребят, зачем так жить, если тпшится, да? Мы сегодня за серию сколько уже, это самое, да? Подогнали-то. Да? Отлично. Зачем живут читеры? О, смотри, никого, блядь, и след нахуй простыл, понимаешь? Да, да, они увидели, что мы уже тпшили. Все, и нету ни полицейских, ни вертолета, ни военных, никого вообще. Кто-то приехал, смотри, кто-то приехал на Кадиллаке белом. Матео. Матео, по-моему, Агротюников был. Матео Сильванов. Блядь, в Сампе хоть есть, вот реально, есть ли в Сампе, кроме админов, вот не агро? Вот игроки в самп, которые не агро. Вот просто интересно. Вот которые чисто играют. Смотри, с букетом цветов пришел. Дама. Мне цветочки дарят. Из Амстердама. Знаешь, я слышал, что вообще, в принципе, изначально считалось, что цветы можно дарить и мужчина-мужчине, и женщина-мужчине. То есть как бы не обязательно девушкам дарят цветы. То есть где-то когда-то, да, ну так вот стало нормой, что мужчина должен дарить даме цветы. Но вообще изначально, по-моему, считалось, что наоборот вроде должно быть. Я слышал такое, не факт, что это правда, но такое где-то я читал в каком-то новостном сайте. Матео сделал отсосульку Алексу. Писюнькаешь там, небось, Алекс, да? И улыбается еще, сволочь. Ах, писюнькаешь нахуй, да? Да, писюнькаешь, говорит. Так еще я отсосульку. Тебе не стыдно вообще отсосульки, писюньки? Что у тебя за манера? Я встал буквально, я тут стоял, в хорошем смысле слова встал. На 2 секунды, буквально вообще. Ты знаешь, вот чувство, когда приехал подписчик и подарил тебе цветы. Ради этого стоит жить, блядь, на белом свете. Он живой. Смотри, я могу огреть его цветами. На, нахуй. Он живой. А если ты ляжешь, тебе могут хуярить цветами. Это лечебные цветы, как в Форесте. Помнишь, хавать надо такие? Это как в бане, знаешь, этот самый. Да-да-да, это хуярить можжевельником по жопе. Так, что, сажусь в тачку. Хотя нет, я в нее не сажусь, у меня нет прав. Я сяду в тачку и поеду. Че, покатаемся? Нет, кататься мы уже не будем. Я аж потек. Вот на этой оптимистической ноте, что человек потек с буквой А. Предлагаю, наверное, ты стоишь с букетом цветов, закончить. Очень хорошо стоишь с букетом цветов. Тебе цветы подарили, реально. Да? Пока-пока, личинки гипоталамуса. Сука. Блять, ты как спиздаешь что-то, хоть стой, хоть падай, серьезно. Гипоталамус. Личинка гипоталамуса, ну что? Сам по малейкум, ассалам, друзья. Нормально. Шика, друзья мои, или как там, каничи-сака. Каничи-сака? Слушай, а почему копы пьют в глаз? Копы бухают только, они же, блядь, суровые ребята, копы бухают только глазами, хули. Причем левыми, да? Блядь, все непременно. Нападение, тебя окружили, я был там. Все, ребята, я не знаю, кто там был, кто там не был. Мы на этом заканчиваем. Все, до скорой встречи тогда, пока-пока. Нюхайте цветочки. Все, давайте, всем пока.